бывший участник КВН конца 80-х, начала 90-х годов, продюсер студии «Квартал 95», Сергей Сивоха, умер на 55-м году жизни. Первые сообщения о том, что Сивоха скончался, появились в ночь на 17 октября, со ссылкой на члена Общественной палаты России Анну Ревякину. Позднее она сама опровергла эту информацию, уточнив, что Сивоха находится в реанимации, он давно болел и пребывал в крайне тяжелом состоянии. Выяснилось, что у украинского шоумена на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность, в связи с чем врачи констатировали безвыходность положения. По словам Ревякиной, родным заранее сказали, чтобы близкие прощались с Сивоха, после чего и поступило сообщение о его кончине. Сергей Сивоха, уроженец Донецка. Он получил известность, как участник команды КВН Dream Team. Был креативным продюсером студии «Квартал 95». Сивоха также снимался в кино в его фильмографии, имитаторы ситком «Счастливы вместе». В 2019 году шоумен ушел в политику, занимал пост советника секретаря СНБО Украины в течение полугода и выдвигал свою кандидатуру в нардепы на выборах в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но проиграл.